Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня 25 декабря, до Нового года осталось 7 дней. И я хочу с сегодняшнего дня начать марафон салатов. За 7 дней хочу приготовить 7 салатов. Они будут простые, из простых ингредиентов. Легкие, без майонеза. Сегодня первый салат из вяленого мяса, сыра с голубой плесенью, фруктов и заправки из меда, горчицы и лимона. Начинаю готовить. Собираю первый салат. Это может быть и салат, может быть и закуска. На дно кладу вяленое мясо. У меня вяленая говядина. Такими кусочками, чтобы их удобно было кушать. Сразу взять. Вот. Тонко нарезано здесь у меня. Это 100 грамм. Выкладываем. Так, сверху выкладываем сыр с голубой плесенью. Все эти ингредиенты, конечно, можно скушать отдельно. Но интересно это сделать в таком виде. С заправкой. Здесь тоже где-то 100 грамм такого сыра. Микрогринчик пока оставлю, сверху выложу. Микрогрин растет у меня на балконе. Это разные салаты такие для домашнего выращивания. Так, сверху кладу у меня почищенный половинка апельсина и один мандарин. Но в качестве фруктов здесь, ну так как у нас Новый год, поэтому апельсины и мандарины. Можно взять инжир, можно взять хурму. В салате должен присутствовать, в любом салате, соленый вкус, сладкий и кислый. В любом салате есть такие ингредиенты. Вот у нас тоже так. Я сделала из долек такое филе без пленок. Все просто, быстро. Сверху микрогрин. И теперь сделаем заправочку. У нас есть ложка горчицы, ложка меда. Сейчас я их объединю. Где-то столовая ложка сока лимона нам нужна. Смешала горчицу с медом и лимоном. Теперь это столовую ложку еще растительного масла сюда. Это будет наша заправка. Ну, до однородности, ну, не знаю, удастся ли вымешать. Соли мы не добавляем. Достаточно соли в сыре и в мясе. Теперь этой заправочкой поливаем наш салат или закуску. Все, красивое новогоднее, яркое блюдо получилось. Первый новогодний салат готов. Встретимся завтра. До свидания.